Водителям на заметку. Из-за жары с 1 июня в дневное время ограничено движение грузовых автомобилей по украинским автодорогам. С 10 утра и до 22:00 при температуре воздуха свыше 28 тепла проезд запрещен практически по всем трассам страны. Уже установлены соответствующие дорожные знаки и информационные панно. На Луганщине таких 18, в основном при въезде в населенные пункты. Об этом сообщает первый заместитель начальника службы автомобильных дорог в Луганской области Анатолий Владыка. По его словам, нельзя ездить грузовикам, вес которых превышает 24 тонны, или нагрузка на ось более 7 тонн. Таким образом, надеются уберечь дорожное покрытие и продлить срок его эксплуатации, поскольку из-за высоких температур воздуха асфальт значительно нагревается, на нем образуются колеи, наплывы, оползни и другие деформации. Это также отрицательно влияет на безопасность движения. Для временного отстоя грузовых транспортных средств вдоль областных дорог подготовили более 20 площадок. Всего по Украине их 940. Организованы у нас в области 20 пунктов отстоя, где транспорт вот с этими показателями может отстояться в дневное время и продолжить движение, когда температура понизится ниже 28 градусов. За порядком и соблюдением правил контролирует Угртрансбезпека, которая создана в Луганской области, как и в других областях. У многих областей для контроля есть передвижные весовые комплексы. У нас, к сожалению, в области их еще нет. Я думаю, что мы в течение непродолжительного времени найдем возможность. Областная администрация обещала приобрести их. То же самое установим площадки для отстоя транспорта. В случае, если введено ограничение, можно увидеть на сайте службы автомобильных дорог Луганской области.